Сейсмологи считают, что близ мегаполиса необходимо построить как минимум 2 экспериментальных сейсмических полигона. По словам экспертов, они позволят дать разрядку земной коре, тем самым обезопасить город от сильных землетрясений. Сейчас проект рассматривают в правительстве. Для Алматы на первых порах мы считаем, что 2 полигона достаточно. Это с западной и восточной стороны. И там произвести сотни более слабых землетрясений, чтобы произвести релаксацию напряжений в геологической структуре. Не секрет, что регион Северного Тяньшаня, где расположен Алматы, считается исторически сейсмоопасным местом. В последнее время участились незначительные землетрясения, отголоски которых порой ощутимы и в городе. Слабые землетрясения, которые происходят, практически не влияют. Там, допустим, 2 балла, 1 балл, они никакое влияние на геологическую структуру не сказывают. Нами был проведен опыт большой и предложена методика, и эта методика используется в Китае. По подсчетам экспертов, каждый полигон займет примерно 50 гектаров земли. На их территории создадут искусственные водоемы и гидросооружения со специальными пушками. Именно эти агрегаты смогут спровоцировать искусственные подземные толчки силой 4-6 баллов. Свыше 500 таких средних землетрясений смогут дать значительную разрядку земной коре. Так, согласно заключению прогнозной комиссии Института сейсмологии СМЭ, в период с 31 декабря 2015 года по 13 января 2016 года включительно на территории города Алматы землетрясения с интенсивностью 7 и более баллов не ожидаются. Если к строительству полигонов приступить в первом квартале этого года, то уже в 2018 году можно начинать испытания, говорят ученые. Тахмина Малдыбекова, Валерий Таубалдиев, телеканал Алматы.